Детский канал StarKids Айка. Развивательно и развлекательный канал. Welcome to my channel. Всем привет, друзья, малыши! Как же я вас рад видеть! Здравствуйте, дорогие малыши, ребятишки, ребятуля! Вы узнали меня? Это я, Коржик! Хе-хе-хе! Друзья, сегодня не я один буду выступать. Вы же знаете, у меня есть братик и сестричка. А вот и Карамелька. Всем привет! Как же я тоже рада вас видеть. Как вы, мои хорошие? Привет, Коржик. Привет, Карамелька. А где же наш Компотик? Он, наверное, спит. Ну да, наверное, спит наш Компотик. Да нет, он сейчас присоединится к нам. Мы же три кота. Без нас троих никак. Эй, Компот! Компот, выходи к нам! Ну где ты? Ну здесь я, братишка-сестричка. Ой, она нас смотрит, кажется. Мы здесь не одни, да, Коржик-карамелька? Ну да! Ну да, братишка-компот! Всем привет, друзья! Ох, как мы все соскучились по вам! Да, очень соскучились! Да, очень соскучились! Ребята, давайте будем слушать сказочку. Ребята, Коржик просит, чтобы вы поставили жирный лайк каналу StarKids Айка. Ведь Айка так старается. У нас даже есть серебряная кнопочка Ютуба. Айка очень старается вместе с нами. А кто не подписан, давайте скорее подпишитесь на канал. Нам будет безумно приятно. Сказочница Айка. Приятного вам прослушивания. Каша из топора. Русская народная сказка. Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до деревни, постучал в крайнюю избу. «Пустите отдохнуть дорожного человека!» Дверь отворила старуха. «Заходи, служивый!» «А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего?» У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. «Ох, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела, ничего!» «Ну, нет так нет», — солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. «Коли нет ничего иного, можно сварить кашу из топора!» Хозяйка руками всплеснула. «Как так из топора кашу сварить?» «А вот как, дай-ка котел!» Старуха принесла котел, солдат вымыл топор, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево, попробовал. «Ну как?» – спрашивает старуха. «Скоро будет готово», – солдат отвечает. «Жаль вот только, что посолить нечем». «Соль-то у меня есть, посоли!» Солдат посолил, снова попробовал. «Хороша! Ежели бы сюда горсточку крупы!» Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. «Бери, заправь как надобно!»
заправил варево крупой, варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата, во все глаза оторваться не может. «Ох, и каша хороша!» — облизнулся солдат. «Как бы сюда да чуток масла, было бы и вовсе объедение!» Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба, да принимайся за ложку, станем кашу есть!» «Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить!» — дивится старуха. Поели вдвоем кашу, старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?» «Да, вишь, он не уварился», — отвечал солдат. «Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю». Тут час припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес. Да, мои вы золотые, на этом сказка «Каша из топора» заканчивается. Сказка «Каша из топора» учит тому, что смекалка может помочь человеку в любой ситуации. Солдат сумел обмануть жадную старуху, потому что использовал свой ум и ловкость, иначе он остался бы голодным. Если вам понравилась, друзья, эта сказка, то жмите на лайк. А кто не подписан, то скорее подписывайтесь. А с вами была сказочница Айка. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Ох, как же хорошо было слушать нашу Айку. Друзья, на этом сказка заканчивается. А если вам понравилась эта сказка, то жмите на лайк. До скорой встречи, друзья. С вами были Старкидс Айка и я Коржик, моя сестра Карамелька и мой братик Компотик. Пока-пока!